Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые любители красивого хоккея! YouTube-канал женской хоккейной лиги. Рад вас приветствовать, и вы, и мы вместе с вами отправляемся в славный город Санкт-Петербург. Спортивный комплекс «Юбилейный». Начинается очередная игра регулярки чемпионата женской хоккейной лиги. Самой красивой лиги сезон 2020-2021. И сегодня будет что-то нечто интересное. Друзья, команда «Динамо Нева» принимает на своем домашнем льду уфимскую команду «Агидель», лидера женской хоккейной лиги. На первом месте в турнирной таблице команда светло-зеленая, в бело-зеленой форме. Да, но и «Динамо Нева» очень-очень непростой соперник. Вместе с вами за ходом матча с большим интересом и с огромным удовольствием буду наблюдать я, Михаил Лапин. Желаем вам хорошего хоккея сегодня. Стартовая пятерка команд «Агидель». В воротах сегодня играет Мария Сорокина, номер 69. В центре нападения номер 27 Вероника Коржакова. По краям Ольга Сосина, номер 18, Елизавета Роднова, 93 номер. Убойная тройка нападения у «Агидели». Мария Баталова, номер 2, Ангелина Махмутова, номер 15 в обороне. Главной рулевой командой Денис Афиногенов. Тренер Сергей Трудаков. «Динамо Нева». В воротах Диана Фархудинова, номер 30. В центре Дюпина, по краям Болгарева и Водопьянова. В обороне Смирнова, Николаева. Друзья, у нас звучит гимн Российской Федерации. Никуда не уходите, будет очень интересно. Так прозвучал государственный гимн Российской Федерации. Друзья, устраивайтесь поудобней. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию на канале женской хоккейной лиги. Да, подписывайтесь сходу на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропустить самой красивой, самой привлекательной, самой симпатичной хоккей. Друзья, да, интересное сегодня тренерское противостояние у нас в юбилейном. Любопытно, очень-очень любопытно понаблюдать за тренерской дуэлью двух наставников национальной женской сборной. Напомню, Евгений Бабарико, главный тренер «Динамо Невы», работает главным тренером женской сборной России. А Денис Афиногенов, главный тренер «Агидели», не только является его помощником в национальной сборной, но и возглавляет женскую олимпийскую сборную. Да, все готово у нас к матчу. Собрались девушки в круг у своих ворот, похлопали клюшками об лед. И сегодня в основе «Динамо Невы» Диана Фархудинова, номер 30. Да, напомню, вошла она в игру, вчерашнюю игру Диана, после того, как заменила она в воротах Надежду Морозову после третьей пропущенной шайбы.
27 бросков отразила Диана из 29 по ее воротам. Ну что, друзья, центральное бросание у нас в матче. Поехали! Агидель выигрывает это единоборство, выигрывает бросание и будет начинать атаку в брос-зону. Смирнова. Смирнова не точно сделала сейчас пас, да, на своих подруг по команде. И уже вновь она будет начинать атаку из своих ворот. Хороший диагональный перевод на Прокопенко. Входят в зону Прокопенко. Оставление Болгаревой. И сразу вяжут Полину Болгареву у борта. Ну вот перехват. Толкаются девушки в радиусе. Да, бросок по воротам. О, мимо. И уже Ольга Сосина выбрасывает шайбу в зону и едет на смену. И меняются хоккеистки Динамо Невы. Борьба идет. Игра в средней зоне. Иди, иди, кричит Шибанова. Да, кому-то из своих игроков. И перехват Дюпина. Брос в зону. Пока осторожничают команды на первых секундах. Но мы вчера наблюдали с вами, друзья, да, матчи между этими командами, как на первых минутах забросили хоккеистки Динамо Невы шайбу. Да, 8 заброшенных шайб в общей сложности увидели мы во вчерашнем матче. Первыми открыли счет петербурженки. Но гостей такое начало матча не смутило. И потом всю игру Динамо Нева была в роли догоняющих команды. Да, красивый, динамичный хоккей мы вчера с вами наблюдали. Но сегодня другая игра. Три раза уже встречались эти команды по ходу этого сезона. Опасный момент может получиться. Бросок. И Фархудинова вступает в игру. Диана. Ловят шайбу. Вот она на ваших экранах. Смотрим повтор. Опасный бросок наносила Сусов. Шибанова. Ну, Диана Фархудинова на месте. Шайба за воротами Динамо Невы. Передача на подачу. И сразу встречают при приеме хоккеистки Агидели. Да, три раза уже встречались по ходу этого сезона Агидель и Динамо Нева. И три победы одержали хоккеистки уфимской команды. Нужно сказать, друзья, о том, что плей-офф для Динамо Невы начался уже сейчас. Потому что на шестой строчке располагаются они в турнирной таблице. А в заветную стадию плей-офф выходят всего 4 сильнейшие команды. Да, запредельная мотивация у команды с берегов Невы. Опасный момент может получиться. Бросок и шайбу в воротах. Да, Ольга Сосина сделала отличную передачу. Сейчас увидим, кто забросил шайбу. Да, всем своим видом показывала Ольга Сосина, что будет бросать. Но шикарный пас получился у нее на пустые ворота. И 27 номер принимает поздравления. Вероника Коржакова забрасывает первую шайбу в сегодняшнем матче. 2,5 минуты потребовалось хоккеисткам Агидели на то, чтобы открыть счет. 0-1 у нас, друзья, да. И вновь бросок по воротам Фархудиновой. Неплохое начало у нас в Санкт-Петербурге. Да. И не вижу я, друзья, не вижу в составе Динамо Невы Диану Булатову. Опасный момент может получиться. Белоглазова бросок.
Попадает Ганеевой шайба после броска куда-то в ноги. И Ракимова уже летит в атаку. Пас на пятак. И Фануза Кадирова уже готова была замкнуть эту передачу. Но помешали защитники. И проброс. Пробрасывается Агидель. Нельзя меняться. Но и не меняют свои составы и тренеры Динамо Невы. Да, представлю тренеров хозяев. Главный тренер Евгений Бабарико. И тренер Алексей Кусакин. И тренер вратарей Олег Капитулин. Бросала сейчас Лазарева по воротам Марии Сорокиной. Но не опасно это было. И уже Нина Баранова прессингует соперниц в своих зоне. Наблюдаем за атакой Агиделя. Да, и кто-то кричит из Уфимок. И опасный момент. Чубкова прорывалась в чужую зону. Там встречают ее сразу хоккеистки Динамо Невы. И уже меняются девушки по ходу матча. Сосина с шайбой. Оставление защитникам. И перехват в средней зоне. Опасный момент. Болгарева не сумела она обыграть сейчас. Да, Баталову. Так, неплохой момент мог бы получиться у Полины Болгаревой. Вчера такая мини-дуэль была у Полины Болгаревой с вратарем Агидели Анны Пруговой. Два выхода в 1-0 получилось у нее сделать, да, за матч. И в одном сильнее была Полина Болгарева. Классную шайбу она вчера забросила. Просто мастерски. И уже Сосина, Ольга Сосина, дает смениться и своим, и чужим. На паузе так действует эта хоккеистка. Знаете, вот такой манере. Интересно понаблюдать за ней, за манерой ее игры. У нас уже 5,5 минут сыграно в первом периоде. Агидель в атаке. Нет проброса, игра кричит линейный. И уже Диана Фархудинова начинает здорово атаку пасом. И вне игры фиксирует линейный судья. Представлю судейскую бригаду. Главные судьи Елена Иванова под номером 19 сегодня работает на матче. Елена. Елизавета Колчина, номер 11. Главные судьи линейные Полина Данилова и Юлия Лавелина. Какая борьба сейчас. Да, у скамейки запасных Агиделя. Борются, копают девушки шайбу. И уже Сорокина. Сорокина делает первый пас. Начинает свою атаку своей команды. Чистякова. Рахимова первая на шайбе. Неточная передача от Рахимовой. Айсылу, напомню, две сестрички играют в составе Динамо Невы. Рахимова Алсу и Рахимова Айсылу. Пока мало бросков. Мы видим по воротам Агидели Сосина в атаке. Укрывает она корпусом шайбу. Что делать будет Ольга? Да, накручивает она соперников. Пас защитникам. Возврат и бросок наносит Сосина. Но кто-то из хоккеисток Динамо Невы на себя принимает этот бросок. И вновь Сосина с шайбой. Хорошую передачу делала, зрячую. Да, кого-то из нападающих.
Опасный момент. Бросала сейчас Сосина вновь. Не стесняется она бросать поворотом Фархудиновой. Из любых позиций расстреливает ворота Динамо Невы. Перехват. И отличный пас на Болгарева. Полина первая на шайбе. Умудрилась она бросить с неудобной руки поворотом Марии Сорокиной. Но Сорокина все видит. Опасный момент сейчас Шибанова. Не сумела обработать шайбу. И борьба идет за воротами Фархудиновой. Агидель шайбой. 8 минут уже сыграно в первом периоде у нас, друзья. Да, 0-1. Уступает Динамо Нева очень серьезному сопернику. Фимской Агидели. На первом месте Агидель, да, в турнирной таблице. И что, беги, кричат тренеры Динамо Невы. Да, меняются девушки по ходу матча. Контролирует ситуацию 92-й номер Чубкова, Николь Чубкова. Опасный момент может получиться. Ганеева сейчас, да, такую передачу не очень удобную получила вдоль синей линии. Серия взаимных ошибок в средней зоне. Перехват Динамо Нева с шайбой. Рахимова отдает пас Ганеевой. Кадирова. Классный перевод на Андрющенко. Бросает Алена в сторону ворот. Но все та же Николь Чубкова блокирует этот бросок и едет на смену. Сосина начинает атаку. Катит Ольга. Обыгрывает одну, вторую. Закладывает корпус. Пас через борт. Еще один пас. Защитника, бросок. Фархудинова не смогла сейчас прижать шайбу к себе. Да, отскочила она на пятак. Опасный отскок мог получиться для нее, но почистили пятачок защитники. Вязкая борьба у нас, да, в первой половине первого периода. Опасный момент. Сосина. Что будет делать? Бросала сейчас все-таки Сосина шайбу, да, в сторону ворот, по воротам. Никогда непонятно, что делать будет Ольга Сосина. Знаете, в такой манере, как Александр Овечкин, играет Ольга Сосина. И хват у нее такой же. Правый в хват, да. Загиб я вижу. Такой большой загиб у крюка, клюшки. Динамо Нева пока в атаке. Шайба в зоне соперников. Полина Богарева. Прострел за ворота. Да, сразу встречают Полину. При приеме опасный момент. Бросок. Подставление сейчас было. Светлана Прокопенко подставляла клюшку под бросок Болгаревой. Мария Сорокина на чеку. Опасный момент. И уже Фархудинова здорово играет клюшкой и не попадает. Пустые ворота Лучникова сейчас из выгодной позиции. Да, здорово. Диана Фархудинова перехватила пас вдоль своих ворот. Вышла шайба. Да, улетела она за пределы площадки. Стукнулась так, знаете, в трибуны и вылетела обратно. И небольшая пауза у нас в игре. Да, не вижу я сегодня Дианы Булатовой на льду и на скамейке запасных. Конечно, да, самоотверженно играет эта хоккеистка, друзья. Попала ей вчера в игре шайба в руку. Видел я этот синяк, но ничего страшного, сказала Диана.
Синяки и шишки пройдут, а медали останутся. Бросок поворотом в исполнении Рахимовой. Алсу с неудобной руки бросала Рахимова. Мария Сорокина видела момент этого броска. Перекрыла она створ ворот. Мария Сорокина любит путешествовать, животных и активный отдых. Да, и еще играет на фортепиано эта девушка. Наблюдаем за ее игрой. Вчера в матче играла в воротах Анна Пругова. Сегодня тренерский штаб решил доверить Марии Сорокиной это место. Очень ответственное место вратаря. И мечтает полетать на реактивном самолете Мария Сорокина. Да, и даже из ее инстаграма мы знаем, что на ее нагруднике есть изображение такого реактивного самолета. У нас Агидель в атаке. Баталова шпарит ворота соперника. Бросок, и сейчас Фархудинова. Да, попала в нее шайба. И знаете, неприятное столкновение. Евгения Дюпина догоняла соперницу и врезалась в Диану. Но вроде бы все в порядке. Все в порядке с Евгенией Дюпиной. Едет она сейчас на смену. Немножко видно, что ей больно. Да, но вроде бы все в порядке. Желаем, конечно же, без травм девушкам сегодня обойтись. Опасный момент. Водопьянова пас. Низом делала передачу Водопьянова на Кадирова. Нет, на Болгарева. И перехват. Сосина. Нет положения вне игры. Бросок. Фархудинова. Отбивает. Опасный бросок по своим воротам. Еще момент у Сосины. Прострел. Подставление. Еще бросок. Просто расстреливают сейчас Фархудинова из любой позиции хоккеистки Агидели. Но вроде бы, да, перехват. Перехват хороший. И диагональная передача сейчас на Водопьянова, но не точно. Светлана Прокопенко едет расстроенная на смену. Не получилось сделать у нее точную передачу. И Фархудинова эффектным движением ловушки забирает шайбу. Диана Фархудинова. 20 лет этому вратарю. Увлеклась хоккеем. 8 лет Диана Фархудинова. Да, возле дома была хоккейная коробка, на которой часто играла одна девочка. И Диана последовала ее примеру. А у нас удаление. Удаление в составе Динамо Невы. Смотрим на повторе момент нарушения. Нина Баранова присаживается на скамейку оштрафованных. Я ее не трогала, говорит Нина, но судья был рядом. Видел четко момент нарушения. Да, за задержку соперника клюшкой. 2 минуты будут играть в большинстве хоккеистки Агидели. Выиграли они вбрасывание Сосина. Сосина делала передачу, да, на кого-то из партнеров, но Чубкова с шайбой. Шибанова упускает. Шибанова шайбу из зоны. И вновь нужно начинать атаку Агидели. Сразу двое хоккеисток Динамо Невы борются с Сосиной. Сосина потеряла клюшку, упала она у нее на лед, но это ее нисколечко не остановило. Продолжала она бороться даже без своего главного орудия труда и выиграла эту борьбу. И вот она с шайбой. Чубкова. Прострел вдоль ворот.
в сторону Сосиной. Ольга с шайбой. Знаете, в манере хищницы такой она играет, выжидает, выжидает на паузе, на такой, на опыте. И вот она получает шайбу. Что будет делать Сосина? Сосина делает передачу. И вот она опять получает обратку. Еще один пас. Контролирует, контролирует ситуацию. Сейчас бригада большинства Агиделя. Ну вот Кадирова. Фануза Кадирова разряжает обстановку. Выбрасывает куда подальше шайбу из своей зоны и убивает. Убивает штрафное время. Еще 20 секунд играть в большинстве Агиделя. Пока что нечего вспомнить с первого большинства матча. Еще 4 минуты 40 секунд будут играть хоккеистки в первом периоде. Опасный момент. Бросок. Фархудинова отбивает. И сейв. Какой сейв Фархудинова. Стоп Фархудинова. Стоп Фархудинова, говорит бригаде большинства Агиделя. Здорово, здорово. Смотрим на этот прекрасный сейв. Диана вытянула она щиток в таком шпагате. Да, отличную растяжку демонстрирует Диана Фархудинова. Опасный момент. И стучит, стучит клюшкой по льду уже Сорокина. Динамо Нева в полном составе. Контратака. Водопьянова. Шайбы, бросок поворотом. И Сорокина. Мария Сорокина уже демонстрирует, как она может играть ловушкой. А ловушка у нее в правой руке, да. Праворукий вратарь. Мария Сорокина. Вбрасывание в зоне Агиделя. Агидель в атаке, входят в зону, но не точно. Не точно, уже Нина Баранова выбрасывает шайбу из зоны. Но там никого. Еще 4 минуты играть. Какая хорошая передача от Лазаревой. Да, классную, классную передачу делала сейчас Лазарева. На Елисеева. Много раз она выводит, этот защитник, да, выводит своих партнеров. Один в один с вратарем, да. И вчера мы видели классную, классные такие передачи. Первый пас очень хороший у этого защитника. И вне игры. Вне игры у нас в матче. Отличная, конечно, атмосфера в команде «Динамо Нева». На тренировках, друзья, да, смотрел я предматчевую тренировку. Очень-очень хорошая такая позитивная атмосфера, но в то же время дисциплина хоккеисток на высшем уровне. Конечно, да, я бы даже сказал, самодисциплина. На полном серьезе подходят девушки к своей работе. И заслуживает это большого уважения, друзья. Свагидель в атаке, опасный момент. Сосина. Наброс на ворота. Фархудинова не смогла прижать шайбу к себе. Подгребала она ее так ловушкой, да, к своим щиткам. Но дотянулась немного. И вновь Агидель угрожает. Угрожает ее воротам. Андрющенко первая на шайбе. Перехват, какая ошибка капитана «Динамо Невы». Да, и исправляется, исправляется Алена. Вброс шайбы в зону Агидели. И смена, смена идет по ходу матча. Белоглазова. Перехват. Кадирова перехватила шайбу, сделала передачу с защитником и поехала на смену Николаева. Прокопенко, отличный пас, бросок. И Сорокина уже, да, щитком отбивает в радиус эту шайбу. И вновь Николаева будет начинать атаку. Накрывают, накрывают сразу двое
Хоккеисток накрывает при приеме. Да, хоккеисток Динамо Невы. Прессинг, прессинг такой в исполнении девушек из Уфы. Вбрасывание в зоне Динамо Невы. И небольшая пауза у нас. Оставили шайбу в зоне сопернику. Да, и здорово, здорово. Чубкова бросает поворотом. И Фархудинова отличную реакцию демонстрирует. Эта девушка, вот она на ваших экранах. Да. Лиана Ганеева начинает атаку. Хороший пас на Кадирова. Рахимова вошла в зону. Тащит, тащит шайбу по борту. Прострел вдоль ворот. Евгения Дюпина. Да, отличный момент был сейчас у Евгении, но не дают, не дают просто так ударить, бросить по шайбе и сделать подставление. Защитники Агидели очень надежно подстраховывают друг друга. Смена идет по ходу матча. Минута осталась до конца первого периода. Перехват Прокопенко. Шибанова страхует. Страхует своих. Просит, просит Маркова. Стучит клюшкой об лед. Просит передачу. Но не получает ее. И уже опасный момент может возникнуть. Но защитники Динамо Невы классно играют на перехвате. И что? Будет контратака? Нет. Знаете, как только заметил я, как только владеют шайбой хоккеистки Динамо Невы, сразу, сразу, не задумываясь, бежит Полина Болгарева в атаку и просит, просит передачу. Хочет она убежать. 1-0 с вратарем. Смирнова. Не точно. Зачем ты подсовываешь? Сейчас вот такие слова сказала да, кому-то из своих защитников Полина Болгарева. А у нас финальная сирена, которая говорит о том, что мы уходим на перерыв, друзья. 15 минут отдохнем, а потом снова в бой. Никуда не уходите, будет очень интересно. 0-1 Динамо Нева, Агидель.
Ну что, друзья, возвращаемся в Санкт-Петербург. Спортивный комплекс «Юбилейный», женская хоккейная лига. Сезон 2020-2021, «Динамо Нева», «Агидель». 0-1 пока на табло, впереди гости из Уфы. Да, и видим мы сейчас на повторе заброшенную шайбу. 27-й номер отличилась после роскошной передачи Ольги Сосиной. Вероника Коржакова пока единственную шайбу забросила в матче. Да, друзья, практически вся женская сборная России по хоккею сегодня у нас в «Юбилейном». Да, и тренерский штаб. Очень-очень много хоккеисток, которые сегодня радуют нас с вами своей игрой. Да, выступают в национальной сборной России. Да, и Морозова, и Ганеева, и Николаева, Дюпина, Кадирова, Прокопенко, хоккеистки «Динамо Невы», все сборницы, Агидели, это Анна Пругова, Мария Печникова, Шибанова, Коржакова, Лучникова, Маркова, Митрофанова, Роднова и Ольга Сосина. Все готово у нас к началу второго периода. 0-1. Нужно отыгрываться хоккеисткам «Динамо Невы». Поднята вверх рука одного из главных судей. Все готово. Разрешает она начать игру. Поехали, друзья, второй период. И сразу с первых секунд начинают бороться хоккеистки за шайбу у борта. С воротами они находятся. Сейчас Сосина вновь продавила соперницу, да, и сделала неудобную передачу. Хотела сделать Ольга из ворот. Такой скрытный пас. Но не получилось у нее это сделать. Но вот она с шайбой. Опасно может быть. Агидель бросает поворотом. Нет, передачу сейчас сделала Чубкова. Знаете, всем видом показывала, что будет бросать. А так хитро, хитро сделала пас. И вот она с шайбой. Николь Чубкова накручивает. Один раз, второй. Да, хорошую технику, хороший дриблинг. Сейчас мы видели в ее исполнении. Опасно. Пас, пятак, бросок и шайба в воротах. Фануза Кадирова наказывает соперниц. Наказывает Агидель за такое халатное отношение к, да, к своей зоне, к шайбе. Вот отличная передача Евгении Дюпиной. И Фануза Кадирова забрасывает все-таки свое шайбу. Да, очень-очень полезный игрок Фануза Кадирова для своей команды. Хитрик недавно сделала она, да, в матче с подмосковным «Торнадо». И принесла победу своей команде. И разменяла соточку Фануза Кадирова. Да, уже более 100 шайб она забросила. И вот она с шайбой Фануза Кадирова. Игрок национальной сборной России. Уже Лиана Ганеева. Беги, беги, кричат ей со скамейки запасных. Бросок Ганеева. И уже, да, Мария Сорокина. Сейчас так непросто было ей отбить эту шайбу. 1-1 у нас в матче. Я напомню, что вы смотрите прямую трансляцию на YouTube-канале женской хоккейной лиги. Да, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить красивый хоккей, друзья, и обязательно общайтесь в чате. Да, читаем мы сообщения в чате. Вот атака Агиделя, аборт Баталова, обыграла соперницу, бросок и Фархудинова
вступает в игру и удаление. Да, за подножку сейчас удаляется 44-й номер уфимок Алена Зубкова. Да, в первом периоде разок удалились хоккеистки Динамо Невы. А сейчас мы будем наблюдать за большинством уже хозяев сегодняшнего матча. Выбрасывает сейчас мощным таким щелчком из своей зоны капитан команды Агидель Мария Печникова. Да, мощный у нее бросок. И она уже 20 секунд штрафного времени убила. Борьба, борьба в средней зоне. Вновь у нас Печникова с шайбой. Кадирова на перехвате. Классно разбирается сейчас Фануза Кадирова в ситуации. Входит в зону. Показывал, что будет бросать, но нет. Обыгрывать решила Фануза и... Не вышел бросок у Рахимовой Алсу. Да, номер 28 Рахимова Алсу. Как говорит Алсу, мне нравится... раздавать голевые передачи. Даже больше удовольствия получаю я от этого, чем когда забрасываю шайбы. Именно она сделала три результативные передачи. Опасный момент. Бросок, добивания, шайба с воротами. Да, именно Рахимова Алсу сделала три передачи. Помогла оформить хит-трик. Фанузе Кадировой. Ильяна Ганеева начинает атаку. Поднята голова у Лианы. Все она видит. Да, контролирует ситуацию. Обострить решила игру Фануза Кадирова. Да, вылезла она так на пятак, но не дали ей бросить. Нет нарушения. И закрывает зону Ганеева. Кадирова с шайбой. Пас с Рахимовой. Возврат. Еще 15 секунд на большинство у Динамо Невы. Ганеева. Вновь Кадирова. Да, как написала в своем инстаграме Алсу Рахимова. Татарская мафия. Благодарю вас, татарская мафия, за игру. Да. Именно такие слова написала Алсу в своем инстаграме. Нельзя трогать шайбу вне игры. Перевод чуть не получился, но Ганеева... Все видит Ганеева, бросок уже наложили и клюшку, да, соперницы. Еще раз успела бросить Ильяна и сменилась по ходу матча. 5 минут сыграно, 1-1. Быструю шайбу забросили хозяйки. И Баранова, борется Баранова с воротами, хороший характер показывает Нина. И уже Агидель в атаке, опасный бросок. И на себя принимает Лазарева. Эту шайбу, да, не жалеют себя, не жалеют хоккеистки, друзья, в матче. Да, и во вчерашней игре очень-очень много было таких блокированных бросков. На себя принимают шайбу. И бросок какой мощный от Печниковой, но выше ворот. Да, рослая такая хоккеистка. Рослый капитан Гиделя Мария Печникова. Такой замах. Замах у нее тоже мощный. А вот Агидель с шайбой. Наблюдаем за атакой. Пас Печникова. Еще одна передача. Да, закрутили карусель. Сейчас хоккеистки Агиделя. Да, убойное звено. Первое звено на площадке у уфимской команды. Очень активно подсказывают что-то тренеры. Да, скамеек запасных. И Фархудинова четко играет щитком. Перекрыла она низ.
ворот. И отразил этот опасный бросок по своим воротам. Гидель начинает атаку. И уже кричит Денис Афиногенов своим девушкам. Да, как нужно им действовать. Фархутдинова. Вот так могу звучит у нас на стадионе юбилейном спортивном комплексе. Юбилейном музыка. Да, от диджея. И мы уже видим сейв Сорокиной. Да, неплохие движения Дианы Фархутдиновой. Мы сейчас видели. Классно она играет сегодня в воротах. Мобильно очень перемещается в вратарской площади. Уже Полина Богрева. Да, рвется в атаку. Потеря. И уже Тюрина с шайбой. Обыграть хотела, да, и получилось у нее это сделать. Пас на пятак и уже, да, в пустые ворота могла отправить шайбу сейчас Зубкова. Но помешали ей защитники Динамо Невы. Еще одна атака Гиделя, Маркова. По тормозам дает Маркова. Пас делает с ворота. Да, серия такого отскока сейчас была, серия отскоков. И вновь Динамо Нева с шайбой. Да, начинает атаку Водопьянова. Нет, не прошла передачу на Полину Болгареву. Опять она хотела убежать 1-0. И так, знаете, стукнула она клюшкой по льду с досады, что вновь ей неточную передачу делают защитники. Рахимова борется, да, у борта неточная передача. Агидель в атаке. Играет через бор, здорово. Ганеева просит возврат. Дюпина продавливает Дюпина шайбу в зону соперниц. Нет нарушения. Все было чисто, все в пределах правил. Маркова. Классно все видит, как Маркова дает хороший пас защитникам. И едет она на смену. Илона Маркова. Представитель школы хоккея Кирова. Шайба в зоне Динамо Невы. Бросок по воротам. Мимо со штангой. Да, и не дотянулся щиток Фархутдиновой до этой шайбы. Да, опасный был бросок. И, знаете, могла замкнуть нападающая Гидели на дальней штанге. Этот бросок еще один заряд от Баталовой. Не могут хоккеистки овладеть шайбой. Но вот получилось это сделать. Елисеева не смогла прорваться сквозь оборону Агидели. Ольга Сосина надежно играет на подстраховке. Ну что, 10 минут долой во втором периоде. И вновь Агидель начинает атаку, обыгрывает одного. Да, одно, второе. Сейчас нельзя входить в зону. Тюрина, заходи, кричит ей Денис Афиногенов. Что она, собственно, и делает. И наброс ворота Дианы Фархутдиновой. Но не испугать Диану таким броском. Диана Фархутдинова, дважды бронзовый призер женской хоккейной лиги. Да, есть у нее бронзовые медали. Конечно, хочет она золотые. Но для этого нужно выйти в плей-офф. Опасный момент. Полина Болгарева чуть было не убежала. Сейчас 1-1 с вратарем. Не дали это сделать. Вышла шайба из зоны. Поднята вверх рука Линейного. И даже не пытаются овладеть этой шайбой. Да, не хотят вбрасывания в своей зоне хоккеистки Динамо Невы.
И проброс у нас в игре. Небольшая пауза. Да, и совсем недавно прошло награждение хоккеиста Кагидели золотыми медалями чемпионата женской хоккейной лиги. Вручили девушкам медали, завоеванные еще в апреле. У нас опасный момент, бросок, не сильный бросок Кадировой, скакала шайба так, да, вдоль ворот Марии Сорокиной. Не сильный получился бросок у Фунузы Кадировой. Дюпина с шайбой. Пас Кадировой. Фануза кричит ей. Пас. Еще один бросок. И Рахимова промахивается по поворотам из выгодной позиции. Да, очень все слышно, как подсказывают девушки друг другу во время игры. Горишь, горишь. Сейчас я слышал. От защитника Динамо Невы. Еще одна передача. Кадирова. Блокирует. Не дают ни секундочки на размышление хоккеистки Агидели. Сразу начинает прессинговать при приеме шайбы. Лазарева. Первая на подборе. Вновь Лазарева хотела сделать передачу на Баранову, но да, прочитали защитники Агидели этот замысел. И уже Динамо Нева в атаку летит. Елисеева. Перехват и Чубкова. Пас на Крыжакова. Оставление, бросок и уже Диана Фархутдинова останавливает встречу и удаление в матче. Да, удаление у Агидели за удар по рукам. Отправляется на скамейку оштрафованных. 93-й номер Елизавета Роднова. Ну что, отличный шанс у хоккеисток Динамо Невы выйти вперед. 1-1 табло. 7 минут 20 секунд еще играть во втором периоде. Бросок Ганеева сейчас. И, знаете, капитан Динамо Невы Алена Андрющенко здорово закрывала трафик. Да, закрывала обзор Марии Сорокиной. И не видела она момент броска. Но сумела Мария Сорокина поймать эту шайбу. Не просто было ей это сделать. Руки вниз, кричит один из главных судей. Да. Командует она на площадке, чтобы не было. Не хочется ей удалять никого в матче. Кадирова. Как кошка с мышкой играет. Кадирова, и шайба в воротах. Отличный бросок Лианы Ганеевой. Да, и 2-1 становится у нас в матче. Вот она, цена удаления. Лиана Ганеева. Вот он, бросок мощнейший. И между щитков Марии Сорокиной пролетает эта шайба. Лиана Ганеева. Одна из последних всегда уходит со льда после тренировки. Сумасшедший просто настрой у этой хоккеистки. Да, друзья, и после матчевой, предматчевой раскатки сегодня собирала она так шайбы, знаете, в канистру. Опять она ушла последней, даже с предматчевой разминки. Не просто собирала она руками шайбы, да,
клюшечкой забрасывала в канистру, поставила канистру у бортика и клюшечкой туда подкидывала все шайбы до одной. И пока последнюю не закинула, ни за что не ушла в раздевалку. 2-1, друзья, 6 минут еще играть нам. Да, смотреть, как играют хоккеистки. Во втором периоде опасно может получиться. Агидель с шайбой бросает. И уже Чистякова ногой отбивает этот бросок, отбивает эту шайбу. И вновь Агидель за воротами. Владеет ситуацией сейчас Агидель в зоне соперника. Нет нарушения. Лазарева. Елисеева. Они закрыли зону Фимке. И уже, да. Айсылу. Из последних сил выбрасывает шайбу из зоны. Бросок мощный. Лазарева подставила клюшку под этот бросок. И, да. Такой блэкшот у нас получился в игре. Борьба идет у борта Сосина. Сосина с шайбой. Пас на дальнюю штангу. Хорошая передача была, но не смогла замкнуть Чубкова тут передачу. И вновь Сосина с шайбой. Всегда опасно, когда эта хоккеистка контролирует шайбу. Никогда непонятно, что она будет делать. Ну, да, такое ощущение, как будто в большинстве играют Агидель. Контролируют они шайбу уже долгое время. Печникова. Бросок. Далеко не точно. И вновь Агидель. Первая на подборе. Такой наелись. Хоккеистки Динамо не вы. Долго они не менялись. И уже вновь, да, контролирует ситуацию Агидель. Ближе слышу я такие слова со скамейки запасных Динамо Невы. Вновь, да, нет силенок у них, отбросится уже и попадает сейчас Чистяковой в шлем после мощного броска. Прижались они к своим воротам. Ну вот, контратака Болгарева шайбой. Бросок, и что, шайба в воротах! Да, друзья, 3-1! 3-1 у нас в матче. Динамо Нева забрасывает свое третью шайбочку. Полина Болгарева принимает поздравления. Полина отбивает перчаточки. Да, бросок на противоходе получился у Полины Болгаревой. И так мало радости было в ее глазах почему-то. Настолько сильно она устала. Видели мы, какой прессинг устроили хоккеистки Агидели. И что? Замена вратаря у уфимской команды. Сажают Марию Сорокину. Тренеры Агидели. Да, и Анна Пругова занимает ее место в воротах. Постучала она сейчас клюшкой об штанги. Ну что, друзья, вот она, жаришка сейчас начнется. 3-1, 3,5 минуты еще во втором периоде. Опасный прострел вдоль ворот Динамо Невы. Кадирова первая на шайбе. Выбрасывает шайбу, да, выбрасывает из своей зоны. И уже Рахимова летит. Рахимова в атаку. Пас на пятак. Отскок был неприятный. Какой, да, и чуть не попала шайба в ворота, знаете, коснулась она сетки, да, с внешней стороны. Очень-очень опасно бросала Алсу Рахимова. Агидель в атаке. Чубкова, бросок. И после отскока уже пролетает шайба выше ворот Дианы Фархудиновой. Очень-очень, да, завелись хоккеистки Агидели.
Никак они не ожидали, но, знаете, на таком расслабоне они вышли на второй период. И получили за это две шайбы. Не две, а три. Да, так вот, друзья, 3-1, 2 минуты 18 секунд, и поправляет амуницию Анна Пругова. Да, подтянула она ремешки. Все, готова она в своем красивом шлеме. Готова к игре. Анна Пругова. Игрок сборной России, женской сборной России по хоккею. Бросок. И сейчас не видела Фархутдинова момент броска. Знаете, так вдоль дальней штанги пролетела шайба. Сосина. Пас. И Фархутдинова. Сейв Фархутдинова. Благодарят. И подруги по команде похлопали по плечу. А мы видим, как она классно. Да, это немного момент. Другой момент. Да, вот он, этот сейв. Классно ловит ловушку Диана. Шайбочку. Руки, кричит главный судья. Опасный момент. Богарева с шайбой. Бросок. Не получился у нее бросок. Сейчас добивание. Добивание с неудобной, но мимо. И контратака Агиделя. Сосина. Попала шайба сейчас в заградительную сеть. Да, и застряла там. Такая красивая шайба с надписью ЖХЛ, женской хоккейной лиги. Да, между сеткой и заградительным стеклом. И смотрю я сейчас на нее. Может быть, получится достать ее после игры для коллекции. Выиграли вбрасывание хоккеистки Динамо Невы. Отличную диагональную передачу на Фанузу Кадирова. Кадирова с шайбой. И сейчас как здорово играет Фануза. Ух ты, вот это красиво было, друзья. Да, как же классно обыграла сейчас Кадирова соперницу. И замешкалась Андрющенко. Потеря в своей зоне, невынужденная. Знаете, мастерски хотела Фануза Кадирова так завести просто. Издевательски шайбу ворота Марии. Ворота Анны Пруговой. 40-45 секунд еще нам наблюдать игру хоккеисток во втором периоде. Агидель шайбой. Рахимова. Выбросила Рахимова шайбу, да, из зоны аборт. И ударилась она в кого-то из запасных. И за 33 секунды у нас остановка в матче. Сумасшедший хоккей, друзья, мы наблюдаем. Проигрывали хоккеистки Динамо Невы да, в первом периоде. А сейчас уже ведут 3-1. Очень-очень красивый матч мы с вами наблюдаем. Опасно. Сосина. Бросок. Накрывает бросок Сосины. И не сдается Ольга. Борется до конца. Да, нужно ему отыгрываться. Хоккеисткам Агидели нужно две шайбы уже отыгрывать. Кожакова бросает шайбу в зону во время свистка, во время сирены, которая означает, друзья, что через 15 минут мы с вами увидим суперинтересный женский хоккей. Очень-очень красиво. Никуда не уходите. А у нас перерыв.
Ну что, друзья, возвращаемся в Санкт-Петербург и наблюдаем на повторе заброшенные шайбы второго периода. Да, Фануза Кадирова забросила классную шайбу после передачи Евгении Дюпиной. Затем уже Лиана Ганеева мощным выстрелом от синей линии в большинстве забрасывает вторую шайбу. И вновь, да, мы видели сегодня, как Полина Болгарева бежала. Бежала от своих соперниц, да, и забросила очень важную шайбу для своей команды. 3-1. Динамо Нева. Агидель. Женская хоккейная лига. Ничего не ясно в этом матче. Да, интересно было понаблюдать, конечно, за предматчевой тренировкой Агидели. Спросил я у главного тренера Дениса Афиногенова, можно ли мне понаблюдать за тренировкой. Да, ради бога, сказал он, смотрите, все у нас в порядке, все по плану. Очень-очень интересно, какие же слова он сказал сегодня, сейчас в перерыве, да, своим подопечным. И что, поехали, друзья, у нас третий период начался, и вбрасывание выиграли хоккеистки в бело-зеленой форме. Да, Денис Афиногенов, воспитанник уфимского хоккея. Очень-очень интересно. Интересный наставник у Агидели. Да. Пас сейчас был на Водопьянова, но вновь мы видим при приеме опасный бросок Сосиной. И мимо не попадает Ольга. Ворота. Очень выгодная позиция у нее была для выстрела. Но такое ощущение, что скакнула шайба в последний момент. Не получился прицельный бросок у лидера Агидели. У лидера сборной России. Сборной женской. Сборной России по хоккею Ольги Сосиной. А сейчас уже Динамо Нева в атаке. Бросок будет? Нет. Рахимова Алсу сейчас бросала поворотом, но не сильно. И перехват какой опасный. Брос в зону. Ганеева первой будет на шайбе. Здорово, да, расправляется Лиана Ганеева сразу с двумя соперницами, но здорово на подстраховке действует. Бросок, и шайба сейчас проскакала вдоль штанги. Да, на себя видел я, как Кадирова приняла этот бросок. Закрыла она своим телом, просто бросилась под шайбу и отскочила от нее уже на дальнюю штангу, да, и опасный момент был у ворот Дианы Фархудиновой. Дюпина делает пас, Дюпина защитников, и едет на смену Чистякова. Классная диагональная передача, и как здорово взаимодействуют между собой хоккеистки Динамо Невы. Контратака Агидели. Опасный момент, бросок. Отскок сейчас был от кого-то из защитников. Да, и попала шайба в стекло с воротами. Очень-очень напряженный момент сейчас в матче. Что же придумают тренеры? Очень интересное противостояние у нас сегодня двух главных тренеров. Евгений Бабарико и Денис Афиногенов. Оба являются тренерами национальной сборной. Да, Евгений Бабарико, главный тренер сборной, женской сборной России по хоккею. А Денис Афиногенов, его помощник. Не видела сейчас Прокопенко, где шайба, да, и вне игры. Все четко действует линейные судьи сегодняшнего матча. Полина Данилова, номер 88 у этого арбитра. И Юлия Лавельна под номером 17 сейчас бросила она шайбу в игру. 3 минуты у нас пролетело незаметно.
третьего периода. Ну что, нужна победа сегодня Динамо Неве для того, чтобы зацепиться за плей-офф. Да, очень интересное интервью после выезда питерской команды дал Олег Капитулин, тренер вратарей. Отмечает он, что все девчонки молодцы, все стараются, все бьются одним единым коллективом. Нет слабых соперников в женской хоккейной лиге. Для нас каждый соперник – это вызов. Неважно, Агидель это или 7-62. Да, неважно, какой соперник. На всех настраиваемся, как на последний бой, говорит Олег Капитулин. И знаете, интересно было понаблюдать за его работой на тренировке. Очень-очень хорошие такие любопытные вратарские тренировки у этого тренера. Я бы сказал, эксклюзивные вратарские упражнения. Да, с фантазией подходит к своей работе Олег Алексеевич. И, по его словам, некоторые упражнения придумал он сам, лично. Выброс шайбы из зоны, проброс. Алсу Рахимова сейчас ударила клюшкой об лед, так расстроена. Да, что же я наделала, проброс, выбрасывание в своей зоне, но... Лиана Ганеева подъехала к ней, так ударила по щиточкам. «Переживай», — сказал Лиана, — «все в порядке, все будет хорошо». Да, всегда, когда Агидель начинает атаку, всегда это остро, всегда это опасно. Очень-очень сильный соперник, да, команда из Уфы, но... Как сказала Светлана Прокопенко, всегда приятно играть с хорошим соперником. И Рахимова Алсу, знаете, работала сейчас ногами, но не сумела убежать к воротам Анны Пруговой. Напомню, Анна Пругова вышла после трех пропущенных шайб. В игру вступила она, заменили тренеры. Мария Сорокина. Опасно может быть сейчас. Не глядя, так за спину делала передачу. Спокойно, спокойно. Слышу я со скамейки запасных Динамо Невы. Очень-очень напряженный момент. 5 минут 30 секунд уже сыграно в третьем периоде. Нужно отыгрываться. Уфимкам, но Динамо Нева начинает свою атаку. Лазарева тащит шайбу, прошла красную. Бросила ее в зону, чтобы не было проброса. Уже нервничает Денис Афиногенов. Да, скрестил он сейчас руки на груди, так знаете, и... Да, что-то подсказывает своим игрокам. Сосина. Какая классная передача от Сосины. И еще один пас, но не проходит эта передача. Вновь Сосина. И сейчас уже отличная передача была, да. Как же здорово играют девчата. Очень одно удовольствие наблюдать за их игрой. Такие шикарные пасы выдают они. Да, и друг другу. И Полина Богарева в атаке с шайбой подскользнулась. Сейчас Полина сама упала. Сосина вбрасывает в зону и кричит: беги, беги. Фархудинова играет на нервах у тренера вратарей. Не смогла она сейчас как следует выбросить шайбу из своих ворот. И уже 7 минут долой в третьем периоде. 3-1. Вот так, такие цифры на табло. Дюпина. Хорошее оставление. Ганеевой. Бросок. И уже, да, уже капитан команды на себя принимает этот бросок. Ганеева. Кадирова.
делает смену Фануза. Очень грамотную, конечно, сейчас передачу она сделала на защитников. Не стала обострять, да, ситуацию. 3-1 выигрывает, думает Фануза. Что еще нужно для полного счастья? Рахимова. Хороший бросок сейчас от Барановой. С неудобной, но слишком острый был угол. Она пругла. Такие шайбы ловят на изи. А сейчас на изи Фархудинова. Да, легко-легко она справилась с этим броском. Как борьбу мы сейчас наблюдаем на повторе. Бам! И лежит на льду. Да, не заметил я номер. Кто-то из игроков Динамо Невы. Болгарева. Шпарит Болгарева вперед. Пас, бросок. Мимо. Попала шайба в кого-то из защитников. Нет проброса. Уже Тюрина прессингует в чужой зоне. Ганеева. Еще одно оставление Смирновой. Накручивает Смирнова. Опасную обводку затеяла. Три раза обыграла она Тюрину. И опасный момент. Рахимова с шайбы. Бросок. И сейв. Сейв Анны Пруговой. У нас в игре. Вот это качельный хоккей. Пошел у нас в юбилейном. Бросок от Сосиной. И уже Ганеева на себя принимает. Бросок. И умудрилась Сосина на добивание быть первой на шайбе. Да, с колен добивала после своего же броска поворотом Дианы Фархудиновой. Надежно пока Диана. Да, здорово действует Фануза Кадирова. Бросок, наброс это был на ворота и подставляла. Да, делала подправление Нина Баранова. И уже атака, бросок. И вновь на себя принимают хоккеистки Динамо Невы. Да, эту шайбу. Перехват. Вошли в зону Агидель. Бросок по воротам. Вновь блокируют эти броски. На себя просто принимают. Да, защитники Динамо Невы. Борьба. Нешуточная борьба за воротами. Выцарпали шайбу хоккеистки Агидели. Очень шумно на скамейке запасных. Да, и справляется сейчас Баранова. Она первая на шайбе. Бросает ее в зону, едет меняться. И дает смениться и другим хоккеисткам своей команды. Николаева. Наброс на ворота. Не опасно. Чубкова, Маркова, диагональ, там никого. Очень-очень уже долго идет у нас игра без остановок. Хороший пас. Вдопьянова тащит шайбу сразу на четверых. Болгарева. Контролирует шайбу Полина Болгарева за воротами. Ну что, 9 минут на то, чтобы отыграться у Агидели. Не согласна Смирнова с этой, да, с этим. И опасный бросок может быть. Нет, но замахи убирает Жбанов. Бросок мимо. Мимо ворот бросает 70-й номер Агидели. И уже Печникова. Пас. Бросок. И Фархудинова. Сейв Фархудиновой. Очень нужная сейчас пауза для своей команды. А мы наблюдаем опасный момент в исполнении Рахимовой. Алсу. Да, и опасное подставление от Нины Барановой. На пятаке толкали ее в спину, но не так-то просто вытолкнуть оттуда Нину. И, конечно же, да, отличную игру Фархудиновой. 3-1. Очень-очень скользкий счет на табло. Дюпина. Падает Дюпина. Закрыта зона.
И вновь прилетает шайба к Дюпиной. Опасный момент. Получиться может. Кадирова первая на шайбе. На низочку сейчас хотела сделать. Кадирова убрать так под себя. И вновь Кадирова с шайбой. Как же здорово. Хладнокровно играет Фануза. Не стала она лететь вперед. Сделала пас на защитников. Вот это хоккей, друзья, мы смотрим. Очень-очень интересный скоростной хоккей. Завелись команды. Нужна победа и тем, и другим. 8 минут еще нам с вами наслаждаться красивым хоккеем. Женская хоккейная лига. Шибанова. Елисеева стучит. Клюшкой об лед, пугает свою соперницу. И атака Агидели, бросок мимо. Мимо ворот бросают нападающие уфимской команды. Николаева. Проброс. Проброс у нас в игре. Не трогала шайбу Анна Пругова. Да. Вбрасывание в зоне Динамо Невы. Очень напряженный момент у нас в матче. Баталова. Наброс сейчас был с ворота. Бросок и сейв. Фархудинова. Стоп, Фархудинова говорит. Да, игрокам Гидели, и что? Сосина и разговоры ведет с главными судьями. Вновь у нас вбрасывание в зоне Динамо Невы. Очень важно выиграть сейчас это вбрасывание. Какую борьбу ведет Сосина. Да, чувствуется, с какой спортивной злостью играет эта хоккеистка. Сумасшедший настрой у Ольги Сосиной. Гидель с шайбой. Передача на Сосину. Смирнова. Болгарева. Хороший выход из своей зоны. Бросок какой неприятный, да, между ног защитника. Не видела момент броска Анна Пругова, но сумела среагировать. Вот мы видим ее на экране. Классно сейчас сыграла Анна Пругова. Опасный момент. Дюпина. Бросок. И вновь Анна Пругова вступает в игру. Забирает шайбу. Подкидывает ее так на ловушечку. И отдает линейному судье для процедуры вбрасывания. Дюпина. Зубкова на точке. Печникова первая на подборе. Запускает, да, вдоль дальнего борта кого-то из нападающих своей команды. И вновь Кадирова разобралась с ситуацией. Здорово. Вот она с шайбой. И вновь, да, классно играет Фануза Кадирова, конечно. Грамотно. Игра, и нет проброса. Атака Агидели. Вошли в зону. За ворота. И вновь Кадирова. Да, разбирается в ситуации. И что? И зарабатывает удаление. Он у себе. Очень-очень полезный игрок Фануза Кадирова для своей команды. Наверняка каждый тренер хочет видеть в своей команде такую хоккеистку.
Ну что? Хватается за голову сейчас 44-й номер гостей, Алена Зубкова. Скамейки оштрафованных. Совершенно ненужное удаление для ее команды в тот момент, когда нужно отыгрывать две шайбы. Да, будет играть ее команда в меньшинстве. Ближе слышу я. Классная передача Фуркудиновой на Прокопенко. А Прокопенко сразу попадает под прессинг. Раскатывается Кадирова. И вновь она не форсирует события. Ганеева. И Ганеева не торопится с первой передачей. И сейчас не поняли друг друга, да. Ганеева и Кадирова. Да, чуть было не подарили. Сейчас шайбу Агиделя. Вот сейчас подарили. Сходу решила бросить Дюпина. Поворотом Пруговой. Еще 40 секунд на большинство Динамо Неве. Кадирова. Да. На паузе действует Кадирова. Бросок, наброс на ворота. Будет добивание. Где шайба? Не видно. И свисток. Прижата шайба. Под щитками Анны Пруговой она находится. Смотрим повтор. Штангу попала сейчас. Да. В штангу попадает шайба после броска Николаевой. Штанга выручает Агидель от четвертой пропущенной шайбы. Из большинства Динамо Невы. Еще 9 секунд мы будем наблюдать за большинством. Бросание в центральной точке, в центральном круге. Борьба в средней зоне. И стучит клюшкой об лед. Барабанит Диана Фуркудинова. Агидель в полном составе. Ну что, жаркие 4 минуты нас с вами ожидает. Удаление у Динамо Невы. Да, Анна Пругова сейчас на скамейке. И не могут овладеть шайбой, чтобы да, остановить встречу. Вот он момент кульминационный. Удаление фиксирует один из главных судей. За подножку Юлия Смирнова теперь будет отбывать двухминутное наказание. Вот это опасно сейчас. Сосина с шайбой. Оставление. И какой хороший перехват от Рахимовой. Бежит она в атаку. Бросок. Пругова выручает команду. И что мы видим? Нарушение. Да, лежит Алсу на льду сейчас. Больно Рахимовой. Не заметил я куда-то, куда попала. И клюшкой, видимо. Да, вот. Просто нашампурила сейчас ее. Да, 70-й номер это был Анна Шибанова. Уравняла составы Анна. И сейчас благодарит Алсу Рахимова. Главный тренер Евгений Бабарико. Да, похлопал ее так по-отцовски. Погладил по голове. Спасибо, сказал, родная.
Очень нужно нам сейчас это удаление. Ну что, 3 минуты до конца третьего периода. 3-1. Динамо Нева, Агидель. Агидель в атаке, 4 на 4. В таком формате еще будут минуту 24 играть команды. Агидель пока... Да, была шайба, команда Агидель и вновь силовую борьбу ведут. Хоккеистки за воротами уже, знаете, психуют они. Вижу я, что поднята вверх рука главного судьи. Удаление будет у Агиделя. Опасный момент. Болгарева. Да, и остановка. Остановка в матче за подножку. За подножку Николь Чубкова. Удаляется Николь Чубкова в матче, а мы видим, как уже по линии Болгаревой оказывает первую помощь, замораживает ей плечо. И Анна Пругова в своем красивом шлеме. Ниндзя-черепашки нарисованы у Анны Пруговой на шлеме. 4 на 3. Играют команды. Николаева. Да, четверо хоккеисток Динамо Невы. Трое у Агиделя. Николаева. Расставились хоккеистки Динамо Невы. Николаева с шайбой. Пас на Чистякову. Бросок. И уже Анна Пругова отбивает эту шайбу за 2 минуты до конца третьего периода. Я не говорю до конца матча, потому что 2 минуты в хоккее — это очень-очень много. Ганеева делает передачу на Болгарева. Встать, встать, кричит Евгений Бабарико. И пятеро у Динамо Невы. 5 на 3 еще будут играть. 5 секунд команды. Прокопенко. Четвертый вышел у Агидели. Опасный какой прострел был на дальнюю штангу. Да, очень-очень напряженный момент у нас в матче. Еще целую минуту играть командам. И контратака. Агидели вошли в зону. Пас. Опасный момент. И разряжает обстановку Лиана Ганеева. Делает передачу на Болгарева. И меняются по ходу матча команды. Классно сейчас перехват. Да, в исполнении Динамо Невы. Опасный момент. Рахимова. Бросок. И мимо ворот. Мимо ворот бросает Алсу Рахимова. И очень выгодная позиция. Классная была у нее, да, позиция для того, чтобы расстрелять в упор ворота Анны Пруговой. И уже после отскока от борта поправляет свою амуницию Анна. Улыбается. Хорошее у нее настроение. И вот она уже клюшкой помогает, да, своим подругам по команде. Прострел вдоль ворот. Смирнова с шайбой. Сосина не сдается. До последних секунд играть будет Сосина. Нет нарушения. Баталова. Бросок по воротам. И уже на себя принимают хоккеистки эту шайбу. И сирена. Вот это хоккей, друзья. Мы с вами смотрели. Шикарный женский хоккей. Красивый хоккей. 3-1. Динамо Нева одерживает очень важную для себя победу.
Да, очень важная, важная победа для того, чтобы попасть в плей-офф. И благодарят они сейчас друг друга на 3-4. Бьют клюшечками об лед. То же самое делают хоккеистки Агидели. Аплодируем, друзья, аплодируем девушкам за красивый хоккей. Сегодня великолепный матч. Просто чудесный матч мы с вами сегодня смотрели. Благодарим хоккеистов Агидели. Да, и сейчас мы видим, Динамо Нева благодарит своих болельщиков, самых дорогих болельщиков своей команды за то, что сегодня смотрели игру, наслаждались хоккеем. Да, с вами эту встречу смотрел и комментировал я, Михаил Лапин. До свидания, друзья, увидимся на хоккее.